Доброго времени суток. Меня зовут Кузя, но изначально производитель дал мне имя Лайт. Нет, предвосхищая ваши вопросы, мое имя никак не связано с тетрадью смерти. Я одет в костюм великого Шерлока Холмса. У меня даже своя лупа есть. Девиз на моей карточке гласит: собрав разбитые осколки воедино, я раскрою эту тайну. Как вы понимаете, для меня не проблема выяснить, кто обмотал туалетной бумагой мою подставку. Как правило, этим кем-то оказывается Йоми. У меня фактически нет макияжа. Глаза цвета морской волны лишь немного подведены снизу. Волосы каштановые и густые. Костюмчик у меня многослойный, потому я редко его ношу. Ибо мне в нем жарко. Вы можете заметить войлочную шляпу с клетчатыми лентами. По желанию, можно сделать шапку-ушанку. Но Йоми говорит, что так я похож на летчика-идиота. На плечах у меня клетчатая накидка с форменным воротом. Она застегивается на большую пуговицу. На промо-фото на накидке сзади есть вот такая коричневая полоска. У меня такой. Под накидкой коричневый жилет поверх бело-голубой рубашки. Этот галстук бабочка приводит меня в недоумение. Мне кажется, он со своей расцветкой тут слегка не к месту. На ногах плотные укороченные штаны с пуговками на краях штанин. Белые гольфы и резиновые коричневые ботинки. Хозяйке мой собственный аутфит не слишком по душе. И она приобрела для меня дополнительный. Он подходит и мне, и Принче. В него входят вот такие классные черные штаны. Они в уличном небрежном стиле. Также в него входит вот такая кофта с грифоном, на которой написан призыв не свистеть, пока вы в лесу. Джинсовая куртка с черным капюшоном и заклепками. Вот такая широкая футболка с оголенным плечом. Красная арафатка в клеточку. Черный галстук бабочка. Странная шляпа. И лаковые штиблеты. Ах да, еще в него входит белая блузка с ремешком. Вы могли видеть ее на Принче. Спасибо, что потратили на меня время. Желаю вам приятно провести последний месяц лета. Всегда ваш, Кузя.